Почему шпильки оставляются в фундаменте? Вот эти вот шпильки, они оцинкованные. Они одноразовые. Почему одноразовые? Вот, например, мы залили с трубкой, допустим. Пришло время демонтаж делать. Мы вот это откручиваем, это придется подстукивать, выбивать. Хоть деревом, хоть чем его не подстукивай. Вот эти вот мелкие резьбы, они ломаются. И ко второму использованию они геморройные по использованию. Поэтому их оставляют там же. Это одноразовые шпильки. Не те, которые используют в большом монолитном строении, которых можно там кувалдой бить, и резьба не сойдет. Здесь они слабые все, вот видите. Чуть-чуть задел, все уже. Гайку закрутить невозможно. Вот три ряда. Три ряда у нас. Если в трубку сюда воткнуть, на каждую шпильку, фундамент, как решето будет у нас в дырках весь. Thank you.
Crazy, I'm a crazy.